Суть операции заключается в замене пораженного аортального клапана на искусственный биологический протез. Этот метод является единственным высокотехнологичным способом лечения пациентов с выраженным аортальным стенозом, позволяющий выполнить замену клапана без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения. Такой способ проведения имплантации особенно показан пожилым пациентам, поскольку снижает риски и возможные осложнения. Это малоинвазивная технология, которая направлена на минимизацию хирургического риска и подходит в первую очередь пациентам, которые имеют достаточно высокий этот хирургический риск. Это пациенты с какими-то сопутствующими заболеваниями, это пациенты пожилого возраста. Технология была изобретена только в 2002 году, первый такой клапан поставили. Эта операция доступна теперь на территории республики нашей. Мы выполнили в счет выделенных квот по высокотехнологичной медицинской помощи за счет республиканского бюджета. Полный набор расходного материала стоит около 1,5 миллиона. Оперативное вмешательство, вот квоту, которую бюджет республики, бюджет федеральный оплачивает, это 2 миллиона. Аортальный стеноз – один из самых распространенных пороков сердца у взрослых, при котором сужается отверстие аортального клапана и обездвиживаются его створки. Это препятствует нормальному току крови из левого желудочка сердца в аорту. Единственный способ восстановить правильный ток крови на уровне аортального клапана – оперативное лечение. Данный вид хирургического эндоваскулярного лечения позволяет продлить пациентам жизнь, улучшить ее качество, исключить риск внезапной смерти. Дмитрий Гамбоев и Максим Махалов. Новости дня.